Вот пример, как я делаю с помощью вощины, значит. Вот открыл я клеточку, потом закрываю выход вощины, лишнее убираю. А здесь делаю отверстие. Можно, конечно, отверстие делать и спичкой. Можно маленькой отверточкой, можно гвоздем. Разницы никакой нет. Вот так вот. И пчелы учуют там маточку. И сами прогрызут. И встретятся с маточкой. Ну, вот так вот я делаю.